Жители Татарстана будут работать в мае только 19 дней. Ближайшие выходные растянутся на 4 дня подряд. Мэрия Казани решила отказаться от вечерней программы для молодежи в Парке Победы. К этому решению пришли после пожелания ветеранов. В Татарстане запретили журналистам приходить в джинсах на мероприятиях с участием президента. Формат официального мероприятия предполагает соблюдение дресс-кода не только журналистами, но также операторами и фотографами. Красавица из Татарстана Диляра Ялалтынова вошла в топ-12 конкурса «Мисс России 2016», а также девушка взяла призовое место в промежуточном конкурсе «Мисс Талант». Сборная Татарстана завоевала 11 золотых медалей в полуфинале национального чемпионата WorldSkills Russia в Приволжском федеральном округе. Всего татарстанцы получили 20 медалей на турнире, проходившем в Саранске. 19 марта в Казани отмечается День доброго здоровья. В прокате деревни Универсиады студенты смогут взять велосипеды, ролики и отправиться кататься по территории микрорайона. В Казани у аквапарка «Ривьера» начались первые работы по возведению колеса обозрения. Рабочими уже установлено основание колеса. Магистрант Института экологии и природопользования КФУ Роман Корольков стал стипендиатом фонда имени Вернадского 2016 года. Цель фонда является формирование золотого кадрового резерва современной науки и экономики. В Казани появилось граффити с изображением Джима Бивера. Актер изображен в своей знаменитой роли Бобби Сингера из сериала «Сверхъестественное». В Казани проходит международная олимпиада по татарскому языку и литературе. В первом заочном туре олимпиады, которая проходила в декабре прошлого года на портале КФУ, участвовали более 11 тысяч человек со всего мира. С 19 по 20 апреля Высшая школа ИТИС КФУ совместно с компанией Samsung проведет хакатон «Портрет покупателя и демографическое профилирование». К участию приглашаются школьники, студенты и молодые ученые. В КФУ состоялся визит министра Тюрингии господина Вольфганга Тиффензе. Сотрудничество Казанского федерального университета с научно-образовательными центрами Германии реализуется благодаря установленным партнерским связям с более 30 немецкими университетами.